Привет! Привет! Мы на канале в гостях у Олеси Егоровны. Мы сегодня будем делать газированный челлендж. И сегодня у нас будет газированный челлендж. Да, газированный челлендж будет делать Алиса и Егора. То есть у нас здесь 5 баночек. 4 баночки с газировкой. Это кола, пепси, спрайт, фанта и липтон персиковый, да? Мы сейчас откроем, будем завязывать глаза Алисе. Алиса будет пробовать угадывать. Потом будет угадывать Егор, потом опять Алиса, да? Да. Ну что, давайте открываем. Ну давай, открывай. А я вот... Так, раз, открывай. Следующую открывай баночку. Ну понятно, как он. Так, эту вторую баночку открыл. Пепси открывай. Так, третью баночку Егор открыл. Я первая буду. Алиса будет первая пробовать. Да. Егор открывает дальше спрайт у нас. Так. И фанту. Так. Все, теперь расставляю, Егор, туда трубочки. Алисе глазки закрываем. Закрываем Алисе глазки. Наклонись сюда чуть-чуть, чтобы я тебе завязал. Кстати, папа, может, я сам буду давать? Алиса, наклонись сюда чуть-чуть. Конечно, будешь давать сам. А потом Алиса мне будет давать сама, да? Так. Все. Сейчас подавай. Не видишь, да? Сейчас нет. Егор тебе будет подавать. Нет. Все, давай ей любую баночку, она будет называть. Так. Попробуешь и называешь, что это. Что это? Не знаю. Ну как это не знаешь? Называй что-то. Ты же собралась отгадывать? Что это? Фанта, спрайт, пепси, кола или липтон? Липтон. Нет, не угадала. Дальше, Егор, давай другую баночку Алисе. Так, Алиса эту баночку не угадала. Следующую баночку давай, Егор, Алисе. Так, что это? Пепси, кола, фанта, спрайт или липтон? Опять не угадал. Следующую баночку, Егор, давай Алисе. Так, давай следующую баночку. Так, что это, Алиса? Кока-кола. Ну, почти угадал. Не открывай глазки, это пепси. Так, давай ей другую баночку. Так, это что? Пробуй, Алиса. Это что? Не знаю. Что? Ну это фанта, спрайт, пепси, кола или липтон? Спрайт. Не угадала. Она вечно липтон, а когда липтон, сказала спрайт. Да, ну давай последнюю баночку Алисе. Посмотрим, как она угадает или нет. Так, что это? Спрайт. Угадала, молодец, Алиса угадала один раз спрайт. Теперь Егор, завязывай глаза себе. Сейчас, папа, я сейчас это поменяю баночки. Так, не подсматривать. Сейчас, стой. Хорошо, закручивай. Сейчас. Я баночки поменяю и буду тебе по одной баночке поставлять. Закручивай. Нет, я не могу. Так, не видно? Сейчас подожди. Я баночки мы поменяем тут разные, да? Я буду сама подавать. Хорошо. Да, Алиса будет подавать Егору. Да. Так, давай. Так, сейчас закроем ему, чтобы ему видно не было. Так, давай, Алиса тебе дает. Давай. Пробуй. Вот. Вот это? Да, да. Вот трубочка Алиса тебе дает. Что это? Пепси. Молодец! Егор пепси угадал. Это было у нас пепси. Так, дальше что, Алиса? Дальше дает вот эту вот баночку. Держи. Трубочку бери. Так, что это? Липтон. Липтон. Молодец! Егор отгадал у нас липтон. Алиса, давай Егору третью баночку. Посмотрим, как Егор угадает. Что это за напиток у нас? Кумики. Фанта. Егор отгадал у нас фанту. Молодец. И осталось у нас две баночки. Давай, Алиса, баночку подавай. Егор, да. Нет. Ой, накопалась. Капает. Так. Так, что-то Егор задумался.
Что? Кола. Это? Кола. Молодец. Егор угадал у нас колу. Так. Все, я победил. Подожди, еще не закончилось. Мы же тебя запутать хотим, чтобы ты у нас это... Так, Егор, Алиса, давай теперь последнюю баночку Егору. Пятая баночка. Что это сейчас Егор нам скажет? Так, не подсматривать. Что это? Всю не выпей. Нет, это не спрайт, слишком кисло. А что это? Не открывай глаза. Что это? Фанта, может. Ну говори, что? Что скажешь, то и мы примем к ответу. Ну, давай фанта. Фанта, молодец. Егор отгадал фанту. Так, еще раз. Так, еще раз мы ему дадим. Еще раз попробовать. Мастер, да? Вот эту баночку дадим, пока он все отгадывает. Так, вот это пробуй. Так, это что у нас? Что он там? Это Пепси уж точно. Это Пепси уж точно. Ну и давай вот эту еще. Сейчас мы его запутаем все равно. Сейчас он у нас ошибется. Что это за баночка? Что это за напиток такой? Стой, еще один раз попробуем. Давай, на, попробуй еще раз. Запутаем сейчас Егора, да, Алиса? Да. Спрайт. Спрайт. Егор отгадал у нас все баночки. Что? Молодец. Ну-ка, давай. Сейчас мы еще запутаем тебя. Посмотрим, ты угадаешь или не угадаешь. Я угадаю. Еще раз хочешь? Да, я нормально не слышу. Так. Так? Да. Так, ну-ка вот это вот еще попробуй, вот эту баночку и посмотрим. Последняя баночка и посмотрим, победитель ты или не победитель. То есть все баночки отгадал или нет. Так, ну что, тишина у нас. Егор что-то задумался. Ну, что это? Кола. Кола, молодец! Егор сам нас отгадал. Все баночки. Хотели мы Егора запутать, да? А он все отгадал. И спрайт, и колу, и фанту, и пепси, все, и литр. Я победитель, я. Да, ну давай теперь Алиса еще у нас хочет отгадать. Давай, завязывай. Завязывай Алисе глазки. Нифига, как тут. Завязывай Алисе глазки. И Алисе дадим попробовать еще. А потом опять я, да? Ну, а потом уже все. Мы уже скажем пока-пока, нет, а потом будешь пробовать. Ну, ты... Ну, я два раза, или два раза. Так вот. Сильно я не делаю. Ну, ты и рот завязал, как это будет? Егор, делай хорошо, нормально. Она себе сейчас глаза... Егор, завяжи ей нормально. Можешь попробовать? Давай, Алиса. Давай, наклоняйся сюда. Так. Ты вот завязал. Да я опущу, ой, подыму потом. Ну-ка, смотри на меня. Так, молодец. Все, давай, Егор, Алисе, баночку. Так. Так, Алиса пробует у нас. Что это? Пепси. Молодец! Отгадала Алиса. Так, дальше. Что это? Сперта. А? Что это? Сперта. Что? Что? Сперта. Липтон. Липтон. Липтон, она слово забыла. Так, да. Молодец, отгадала. Дай-ка я тебе поплотнее завяжу, то мне кажется, ты да, маленько подсматриваешь. Так, все, давай дальше. Давай дальше, Егор. Баночку давай, Алисе. Так, что это?
Нет, не посмотрим. Да, она не видит. Я ей плотно завязал. Что это? Не знаю. Ну, Пепси, кола или что? Или Фанта? Фанта. Неправильно. Две баночки отгадала. Это кола была. Так, следующую кола баночку. Кола без калорий. Да. А прям на меня, блин, такая. Это что? Фанта, Спрайт, кола или что? Ну, что ты хотела сказать, первое слово? Это фант. Нет, давай еще раз. Ты первое слово начала правильно говорить? На «с». Я ее уже запутываю как-то. Это спрайт был. Не надо открывать. Ну, давай последнюю баночку Егор дает тебе и все. Не, ну потом я еще. Ну, потом ты еще, Алисе последнюю. Что это? Еще раз эту. Еще раз эту? Ну, давай еще раз ей эту. Вот это? Да. Что это? Чем пахнет? Листочками, с клубничками. Нет, ну не с клубничками. Чем там пахнет? Ну что это такое было? Ты попробовал? Фанта, фанта была. Ну все, давай теперь Егор пробует и все. Да, еще. Алиса, у нас не очень напитки такие различают. Ай-яй-яй. Потому что эти напитки на самом деле вредные для детей. Это мы так просто попробовать и все. А я мастер с детства еще. Да. Но сейчас мы вам не разрешаем это пить. Просто попробовать. Для того, чтобы снять ролик. Да? Все? Так. Давай, сейчас мы дадим Егору. Давай, держи. Что это? Все, помаленьку. Хватит, хватит. Что это? Так. Еще пепси или кола? Кола. Кола, молодец. Так, следующую баночку мы Егору дали. Это что? Так, для Пепси и кола это слишком. Алиса, не надо так. Спрайт. Спрайт, молодец. Так, даем следующую баночку Егору. Это лимон. Не подсказывай, Алиса, Егору, он сам пускай узнает. Это что? Ну, это Липтон. Липтон. Мне он, кстати, не нравится. Так, дальше. Что это? Я это еще не пробовал, так что это Фанта. Фанта, молодец! Все, Егор победитель у нас по всем баночкам. Алиса тоже немного победила у нас, да? Я хочу тоже. Я мастер на все напитки. Кола, Фанта, Пепси, Спрайт и Липтон тоже. И я выиграл! Хочу. Ну что, все, всем говорим пока-пока. И сейчас, сейчас мы будем пробовать, да? Всем говорим пока-пока. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал, где находится Егор. И ставьте палец вверх. Это будет я вам даю сердечко и цифру 3. Да, Алиса вам дает сердечко и цифру 3. Делайте комментарий под видео, да. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. И не забудьте ставить комментарий и спросите нас, как это было, вкусно или нет. Да, пока. Пока.